Против активистов Greenpeace, задержанных в Печорском море российской погранслужбой, возбуждено уголовное дело по статье «Пиратство». Об этом во вторник сообщил Следственный комитет России. Теперь экологам, в случае, если дело дойдет до суда, грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, 18 сентября активисты-экологи попытались провести акцию протеста против добычи нефти на буровой платформе «Приразломная», принадлежащей российскому «Газпрому». При этом судно «Arctic Sunrise», по словам адвоката Greenpeace в Нидерландах, находилось в международных водах. Экологи пытались забраться на платформу с небольшого катера, однако им помешали российские спецслужбы. Судно «Arctic Sunrise» пограничники отбуксировали в порт Мурманска, а во вторник вечером под усиленным конвоем активистов доставили в Следственный комитет по Мурманской области. При этом, по данным Greenpeace, задержанным официального обвинения не предъявили, а в праве обращения к адвокатам было отказано. Представители международной экологической организации говорят, что данный протест был мирным. Его проводили с целью привлечь внимание к бурению нефтяной скважины, которая несет угрозу хрупкой арктической экосистеме. А действия российских властей, как считает Greenpeace, нарушают международный закон.